В подтопленных населенных пунктах Свата и Аргахтах Среднеколымского района продолжают оказывать адресную помощь населению. Спасатели службы спасения Якутии, инспекторы ГИМС с представителями администрации сел проводят информирование жителей о складывающейся обстановке, доводят рекомендации по безопасному поведению, раздают памятки, осуществляют помощь, перевозки людей и так далее. Спасателями расчищена взлетная посадочная полоса, властями проводится постоянный мониторинг гидрологической обстановки, в селах в готовности к развертыванию находятся пункты временного размещения. ПВР обеспечены продуктами питания, питьевой водой, медикаментами и средствами первой необходимости. На реке Алазея паводковая ситуация развивается в соответствии с прогнозом. Частично подтопленными остаются дворовые территории в населенных пунктах Сватай и Аргактах. Весь комплекс мероприятий по жизнеобеспечению населения организован. В населенных пунктах организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России, спасателей субъектовой противопожарной службы. Оказывается адресная помощь и поддержка всем жителям. Организовано информирование населения на всех уровнях, что касается и паводковой, и гидрологической обстановки. Организована работа штабов, работают все органы управления и своевременно принимаются все необходимые решения.